Здравствуйте, вас приветствую. Дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. В минувшие выходные некоторые наши телезрители уже традиционно не только отдохнули, но и немного подежурили. К примеру, один из жителей Орджоникидзевского района по имени Антон рассказал о том, что у них на пересечении улиц Фрунзе и Верхоянской скоро пропадет тротуар. А все из-за контейнерной площадки, которая полностью завалена всевозможным мусором. Здесь и бытовые отходы, и спиленные ветки, и автопокрышки. И все это постепенно растаскивается по округе. Ведь за последний месяц на площадке не был замечен ни один работник коммунальных служб. Соответственно, все это время никто не приводил ее в порядок. Тем временем Светлана Ларионова поделилась с нами наблюдением за пермской фауной. На этот раз в кадре очень редкий для нашей рубрики персонаж – лягушка, которая наверняка путешественница. «25 крысиных нор. Именно столько насчитали мы сейчас, находясь в самом центре Перми, рядом с техническим зданием на Ленина 100А. Здесь расположена местная контейнерная площадка, и к ней, собственно, никаких претензий. Контейнер практически пустой, прилегающая территория чистая. А вот неподалеку лежит огромная куча гниющих спиленных веток. В ней-то грызуны себе норок и настроили. И когда в контейнере появляются какие-нибудь съедобные бытовые отходы, крысы дружно выходят из своих домиков пообедать. В эти моменты местные жители и снимают их на свои видеокамеры. Этот участок якобы ничейный. Ни управляющая компания, ни храм сказали, что к этому участку не относятся. Их там просто куча, даже не знаю, как это назвать. Долгое время, начиная с весны, жителей дома номер 196 по улице Екатеринской радовала груша под окнами. Сначала в мае своим цветением, потом огромным количеством плодов на дереве. И вот сейчас опять удивила, когда в один момент сбросила на землю все груши. Как будто заглянула в календарь, увидела, что наступила осень, и решила, что надо срочно избавляться от лишнего груза. Ну, а у нас этот массовый грушепад на Екатерининской отправляется прямиком в кадр сегодняшнего дня. А сейчас небольшая историческая страничка. Связана она со стрит-артом, которого давно уже нет. Но это не значит, что мы о нем не помним. Прекрасно помним, несмотря на то, что прошло уже ровно 10 лет. Далеко не в каждом городе обычный распределительный щит может взять и превратиться в брата-пилота. А у нас в Перми запросто. Причем здесь, на пересечении улиц Землячки и Уральской, героев мультфильма Александра Татарского перевоплотились сразу два щита. Ну а неподалеку от них на столбе расположилась красная панда. И все это творение рук пермского художника Олега Иванова, который делает городские улицы намного веселее. А сейчас пришло время назвать имя победителя нашего конкурса на лучшую новость прошлой недели. И это Алексей Сметкин, который поделился с нами видеозарисовкой под названием «Туманы в долине Сылвы». За эту необычную новость Алексей получает в подарок набор для чаепития от телекомпании «Рифей Пермь». А наш конкурс тем временем продолжается. Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8-951-952-02-22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи!